Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в Doom 64. 23 уровень, Unholy Temple. Называется он. Сейчас мы тут всех ебнем. Убил? Убил. Если честно, я начинаю второй раз его проходить. Я поиграл 3 минуты, блядь, здесь, и меня ебнули, блядь. Это вообще нонсенс, блядь. Вот тут есть телепорт. А ёбнули меня таким интересным оружием. Я такого никогда в жизни в Думе не видел, блядь. Вот желтенькие вот эти хуевины открываются, блядь. И там вылетают ракеты, блядь, самонаводящие. Все. Охуеть просто, блядь. Так, это тоже сдох. Блять, застрял, а что это? Вот, там теперь есть телепорт. Тут, кстати, есть дверь. Я тут только внизу вот обошел, блядь. Залез наверх, и меня ебануло, блядь. Моментально. Тут дверь, видимо, 3 ключа надо собрать. Все 3, тогда она откроется. Ну, как я предполагаю, во всяком случае. Вот телепорт, блядь. Телепорт. Тут есть ракеты. А, он не может сюда попасть. Прикинь. О, блядь, нихуя, может. Может, тебе ракеты? Ракеты ёбнули. Да, блин, конечно. Я сейчас сохраню, блядь. Я в натуре такого никогда не видел, блядь. Смотрите, я сейчас вам покажу, блядь. Эта хуевина сейчас откроется, блядь. Ого. И надо как-то, блядь, убежать от них. Прикиньте, блядь. Никогда. И они постоянно открываются. Как я понимаю, блядь. Вот это да, блядь. Тут броник, да? Арморы. И вон там еще 2, походу, есть. Наверняка тоже открываются. О! А вот это вот, это секретик, что ли? Слушай, а что за... А, пушка-то. Это как тут надо сделать? Секретная зона. Секретная зона. Так, я допрыгнул. Ну, мы нашли секретную зону, нам-то похуй на нее, на самом деле. У нас это оружие есть. Сохранимся, пожалуй. И здесь такие вот есть хуевины. И какой подлый уровень. Так, это что у нас? Не знаю. Какой подлюжный уровень, а? Нет, тут вроде не стреляют, по крайней мере. Так, что-то открылось. Где-то здесь, что ли? А что открылось-то? Эй! Подожди, я же тебя брал. Или не брал? Так, что-то открылось. Может, конечно, этажом выше? Нет, больше я не могу нажать на кнопку. Спрыгнуть тоже только в одном месте. Тут синяя дверь. А, вот это опустил, все точно. Угу.
Выходите, суки. Где ты? Эх, нихуя себе, блядь. Вот это да, бля, ракеты там опасно использовать. Бля, не попал, что ли? Ну как так-то? Мощный сук. Одного надо ёбнуть. Все, один есть. Второй там. Бля, второй-то... Ох ты, ёпта, он слез. Эх ты, сука, ушел уже. Где ты? Блять, ты это ёпта, блядь. Сука, какой крепкий, блядь, а ты подумай. И? Ага, тут лестница. Лесенка. Это на третий этаж, отлично. Тут желтый ключ нужен. Yellow key. Я вижу броник. Блять, так и знал. Сука! Вот это заебашили меня. 17 здоровья оставалось. Ну там аптечки-то вроде есть. Блять, и чё? Ух, нихуя себе, блядь. Вот те и чё, блядь. Так, вижу ключ синий. А чё-то вас там не докуяли, блядь? Они не могут пролезть в узкий проход, блядь. А куда он делся, блядь? Я туда выйду, блядь. Где он? Вон он. Все, сдох. Здоровится. Здесь тоже три ключа надо. Хуеть, блядь. Так, это что такое? Нет, стрельба не работает. Надо аптечки подобрать. Надо подобрать все дробовичачьи патроны. Ну, здоровье вроде бы нормально стало. 82. Вот большая аптека. Все, 100-100. Армора 137. Аж. Теперь выясняем, как взять синий ключ. Синий ключ. Может, тут какая-то, блядь, есть хуёнка? Подожди, а почему я вот... Нет. Не работает. Как-то его можно же взять-то? А, ясно. Ясненько. Ну, давай сохранимся, что ли. Синий ключ. Синий ключ. Синяя дверь была, по-моему, на втором этаже. Второй подъезд. Седьмой этаж. Синий ключ. Тут красный. Где-то она такая в закуточке. А, в третьем, на третьем. Главное не проебать вот эту вот хуйню с зарядами, блядь. Так, подожди-ка. Тут нету. А где же она? Где-то я ее уже видел. Вон она. А, это на втором. Ну ладно. Так, головка, блядь. Охуевшая. Так, головки это нехорошо. Тут красный ключ. Есть, что-то закрылось, блядь. Это что, какой-то пресс, типа того?
Расплющило, маленько задело. Красный ключ. А красная эта дверь где у нас? А, красный, блядь, нет, не внизу. Не внизу. Красная дверь. Там наверху была желтая. Желтая. Тут дверей вообще не было. Аптечка. Хуйня. Стой, подожди, как же нам наверх-то пробраться? Я что-то... Вон туда. А, второй этаж, все. Подтупливаю, блин. Блять, да тут они раскиданы, эти двери, блядь. Хуй пойми, где она. Так, бегом. Бегом. Оп. Проскочили. А, так прям напротив было, что ли? Так, мужчины. Готовы, блядь. Какой-то звонит мудила, блядь. Секунду. Как заебал, это спам ебаный, нахуй. Так, кто, где? Ага. Убил, блядь. Там выход и желтый ключ. Да что? Два желтых ключа. Один. Мне помирает. А, тут выход, блядь. Мне померещилось, блин. Так, где, кто? Не вижу, ага. Вижу. Ну, сейчас вот по-любому кто-нибудь... Блядь. А как он-то... Бля, вон желтый ключ. Я говорю, он перемещается, блин. Перемещается туда-сюда, блин. Блять, промазал. Вон он наверху теперь. Я пошел туда. Так, тут лестница появилась. Ага. Аптечка. Так, а это что за горгульи тут сидят, блядь? Жути наводят только. Выход закрыт. Три ключа. Три ключа. А чё за хуйня? Эй, мне же собрано. Не понял, блядь. А, стой, ну может быть там мы встречали три таких. Выключатель-то, может, надо как-то по очереди. Там на первом этаже был такой. Я понял. Ты одна здесь? А здесь закрыто уже, смотрите-ка. Еще одна лезет, блядь. Блядь, на нее можно вон этот самый наводящийся хуйню всю. А, сдохла. Блядь, а что, она только на меня наводится, что ли? Так нечестно, между прочим. Вот ты шкура, блядь. Пошла ты нахуй. Так, кибер... Так, что-то, подожди, что-то открывается. Что-то же ездит. Во! Ну почему она закрыта-то, я не понимаю. Стойка, тут нихуя нету, блядь.
никаких проходов. Какой-то механизм работает. Тут ебашит по мне. А, это хуйня, да? Как тебе въебало ракетой нахуй. Сдохло. Интересно, конечно, а почему она закрыта? Ну, пойдемте наверх тогда, что? Я не знаю, что делать. Здесь я был полностью уверен, что мы как бы... Откроем, у меня есть 3 ключа. Или какой-то, как пароль, что ли, надо набрать. Ну не, какая-то хуйня. Какая-то хуйня. Сейчас допрём. Надеюсь. Надеюсь, во всяком случае. Так, тут ракеты подобрать бы, конечно. Опа. Не мешало бы. Но здесь... Вообще непонятно. Выход, блядь. Ну тут выхода нету. Надо потолок открыть как-то. Желтый, красный. У них, кстати, расположение вот у этих вот другое. Синий, желтый, красный. А здесь... А где еще такая... А, была где-то... В поле. О, подожди-ка, я тут... Тут желтые, мы здесь не были. И кто-то ест, что ли? Нет. Слышу паука, тут, наверное, надо прыгнуть, блядь, с разгона. Опа, нахуй. Убил. И этого козла убил. Так, тут чего? Синий. Желтый. Красный. А может быть теперь эти двери-то открылись? Кстати, вон есть какой-то проход с телепортом. Ишь ты. Проход с телепортом. Вот тут вот в поле была такая дверь. Она открыта? Интересно. Кошка дрищет, блядь. Так, стой. Я понял. Они на время только. Синий, желтый, красный. Это... Блядский рот. Я упал. Бля, куда, бля? Я думал, в другую сторону. Стой, сука. Надо развернуться и бежать к двери. К той самой. Где у нас... Где у нас финиш написан, да? Вот. И тут, наверное, что-то откроется.
Ёбаный рот, тут трехуровневый замок. Нихуя себе, блять. Вот это да. Трехуровневый замок, блять. Нам надо как-то вниз ёбнуться, блять. А здесь какой? Желтый, красный, синий. Желтый, красный, синий. Желтый, красный, синий. Блять, куда я пришел-то? Вот. Желтый, красный и синий. Стой, не сюда. Желтый, красный, синий. Надо очень быстро вниз падать. Желтый, красный и синий. И бегом. И бегом. Как-то, блять, как-то нахуй. Прям бегом, вот. Блять, я не туда ёбнулся, что ли? Нет, сюда, сюда. Ага. Так, сюда. Где-то тут выключатель должен быть, по идее. Но его нету. Есть пидоры, блять. Что-то открылось, судя по всему. Ага. Так, кто где? Ёпта, блядь, нихуя себе. Ты откуда там вылез, блядь? А, кстати, еще один вон. Я попадаю, блядь. Ага, этот сдох. Собственно, как и этот, блядь. Коробка с ракетами. Ну, давай. Я ж напугался, ну. Да что за хуйня тут? Тут две, что ли, каких-то надо кнопки нажимать? Надеюсь, они не по времени. Бля, ну вы серьезно, что ли? О, господи, блядь. О, господи, блядь. Да, две. Ой, блядь. Бля, лава на. Ой-ой-ой. Ой, блядь. Сука, застрял. Ой, его хоть сохранился прямо перед этой хуйней, блядь. А где? Тут все, сдох. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, F9, что ли ты? Он хоть тут сохранился прямо, блядь. Надо, главное, не упасть туда, блядь, в эту лаву ебаную. Так, вот. Что-то открыли, блядь. Один сдох. Второй сдох. Ты куда? А чё, куда? Чё с ним случилось? Там так напугался. Бля, вон он, бля. Или другой, бля. Хуй знает. Ну, это хуевню я нажал, но где-то должен быть... А, вот, подожди, дверь какая-то, что ли? Телепорт. Это наверх. Блять, тут еще надо... Пройди наверх, блять. Опа. Ну, я надеюсь, все правильно сделал.
И можно уебывать отсюда. Надеюсь, замок открыт. Так, третья дверь. Блять, это же уровень-то длинный. Третья дверь нужна. И мы сейчас до сих пор не знаем, блядь, получилось ли. Получилось ли открыть замок-то? Да. Где третий-то у нас? Третий-то у нас... Я-то не помню, блядь, уже. Так, третий такой замок у нас... Хуй знает где, блядь. Может, наверху на самом? А, стой, тут, блядь, у нас... Не то... Выключатель. Бля. Тут выключатель. Это как же, блин? Момент. Надо вспомнить, как чего. Сука, заебали эти вот, блядь, хуй, блин. Ну это мы сюда пришли, это тут как бы... Тут на выход. Блять, а где тут замок-то? А, стой, он в комнатушке. В комнатушке... Где? Вот поле. В комнатушке, где поле? Ага. А поле у нас здесь. Поле здесь. Тут, кстати, недалеко. Красный, синий, желтый. Красный, синий, желтый. Так, красный, синий, желтый, бежим. Блин, куда я бегу-то нахуй? Красный, синий, желтый. Не сюда. Блять. Ой, затупил, ебаный рот. Мне ж туда надо бежать-то. Красный, синий, желтый. Тут хуйню открывать. Ой, бля. Напротив надо. Я все правильно побежал. Так, красный. Синий. Желтый. И бегом. Вот. Вот теперь, по идее, проход должен быть открытый. Выебываться кто будет? Да. Охренеть, блядь. Блядь, тут каждый этот самый... С каждым уровнем все сложнее и сложнее, блин. Вот эти вот всякие загадки. Туннели, блин. Да, 29 минут, блин. Нормально. Че тут, как тут уровень-то? No escape. Отлично, блин. Ну, no escape будем проходить уже в следующем.
в следующей серии. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока.